Виктор Избайтуленов – старший научный сотрудник Ошского областного музея изобразительных искусств. Его зарплата еще недавно составляла 14 200 сомов, а теперь она выросла до 24 648 сомов. Сотрудник музея очень рад полученной сумме. Мы очень рады, что получили такую зарплату. Все работники культуры должны получить повышенный оклад. И это мы получили. Зарплаты музейных работников были низкими, и сейчас стали выше. Мы очень довольны. Если честно, мы не до конца верили, что такое возможно. И очень благодарны тем, кто сделал все возможное для этого. Почти в два раза больше получил и народный артист Кыргызской республики Реджеп Таджибаев. Он служит в Ошском государственном академическом музыкально-драматическом узбекском театре имени Бабура. Раньше его зарплата составляла чуть более 17 тысяч сомов, теперь превысила 28 тысяч. Артисты говорят, что такой заботы со стороны властей не получали давно. В этом году я получил звание народного артиста вместе с еще одним моим коллегой. Мы очень этому рады, а также тому, что нам перечислили повышенную зарплату. Заметно изменение отношений молодежи, работающей в коллективе. Теперь для них приобрело еще большее значение то, что они делают. Было бы очень хорошо, если бы в театр приходило как можно больше молодых талантов. Сегодня в театре имени Бабура Ваше работают 158 человек. По словам главного бухгалтера, зарплаты выросли в разы. В основном зарплату персоналу повысили на 100%. Практически все работники имеют высокую и среднюю категорию. Небольшой процент младших сотрудников получил повышение в 50%. Однако в целом зарплата практически всем была повышена на 100%. Сегодня в Кыргызстане числится более 309 тысяч бюджетников. Учителя, врачи, работники культуры и те, кто занят в социальной сфере. Зарплату бюджетникам подняли от 50 до 100%. На эти цели выделено 26 миллиардов сомов из госбюджета. Алена Смирнова, Мырзаджигит Маматкеримулу, Эдиль Алеев, ЛТР, Ош.